Здравствуйте! Всем приветик, кто зашел ко мне на канал. Вы знаете, я сегодня решила записать одно видео. Лайфхак. Вот сейчас люди все болеют. Вирусняк везде. Куда ни пойдешь, все бухыкают, кашляют, чихают. Вот. А мы стоим там в кассе, а кто-то возле тебя стоит над головой. Все, а ты вдохнул и все, пришел и заболел. Так вот. Я хочу вас познакомить с одним средством, народным средством, которое очень хорошо обеззаразит все. Вот. Вы, допустим, там погуляли с кем-то или поговорили, вот идет сосед, да, а он больной, он стоит возле тебя, ха-ха-ха, оно-то идет от этих вот слюной, капельками слюны, человек заболевает. Вот, пришли домой, и что мы делаем? Смотрите, вот у меня, видите, что? Это у меня чеснок. Это у меня весенний чеснок, я покупала у селян. Вот. Такой чесночок всегда продают. Ну, сельские жители. Они не обрывают вот так вот, как магазины. Смотрите, вот это магазинный чеснок. Вот он, видите? Это уже я выбрала большие вот эти такие вот здесь ножки. Большие. А обычно магазинный чеснок, он сюда без этих самых, без вот этих ножек, без палочек. Так вот, дорогие мои, если у вас есть возможность купить такой чеснок, обязательно покупаем. Когда вы используете чесночок, у вас останется вот такие вот палочки. Смотрите, видите, какие у меня? Вот сколько. Я собираю. Вот такая палочка. Это уже из магазинного чесночка. Вот. Вот из магазинного. Я ничего не выбрасываю. Смотрите. Что мы делаем дальше? Дальше. Я вот включаю огонек. Беру. Когда вот вы пришли, вот с кем-то пообщались. Или там ехали в троллейбусе или в маршрутке. Вот берете. Сразу же пришли. Помыли ручки. И сразу берете вот этот, эту палочку чесночную. Стрелку. Смотрите. Вот видите? Он горит. И с него идет вот дым. Вы берете этот дым. В одну вдохнули. Ноздрю. Другую. Ну, будете делать столько раз, сколько вы хотите. Кто вас сколько перенесет. И вы знаете, очень действенный советик, действенная. Вот это меня научила моя соседка. Она всегда, вот я к ней приходила, говорю, что это у тебя такое, что ты не выбрасываешь? Она говорит, а меня бабушка научила. Вот всегда какой-то ходит вирусняк. Берем и обязательно вот так вот проделываем. И несколько раз, он, не, он безопасный, этот чеснок. Вы же знаете, что чеснок, он бактериоцидный, вот. И поэтому, смотрите, сколько у меня вот. Я ничего не выбрасываю. Да у меня так вот есть чесночок, а я бросаю. Ага, пусть не пригоджуется. Но в хозяйстве тоже надо это. Так что, дорогие мои, вот берем вот эти палочки все и сохраняем их. Вы сохраните их, и у вас будете, вы будете знать, что вы никогда не заболеете. Можно и 5, и 6 раз в день делать. Просто вы вдохнули этот дым, а он-то бактериоцидный, и все, здесь у вас все прошло этим дымочком. Все, смотрите, даже вот эти маленькие, вот видите, вот они, крошечные, я все равно их оставлю. Пусть остаются. Может, кому-то, у кого-то нет, кому-то дам тоже, вот, чтобы люди чтобы знали, что этим можно помогает. Ну, очень хорошо помогает вот такой дым от этих стрелок. Вот, смотрите. Вот, так что сейчас вот как раз продают чеснок на рынке. Если есть палочками, берите. Вот даже если вот продают вот такие, знаете, когда выкопали вот такие вот перья, обрезали, и вот вы увидите там тоже вот такое. Это получается, эта штучка идет, как и стобур, когда семена. Семена я вот эта палочка. Вот. Обязательно вот. Вот попробуйте, и вы будете всегда здоровы. Пообщались с кем-то, проехались где-то, быстренько прибежали, включили там или спичкой, или там на огне, где-то там на плите. Взяли, подогрели, и все. Вы будете здоровыми и крепкими. И вас никакой вирусняк не возьмет. Все, дорогие мои, на этом буду с вами прощаться. Вот такой лайфхак. Завяжите узелок на память. Пусть он не пригоджуется, не нужен будет. Но если, не дай бог, кто-то заболеет, это очень хорошее средство. И
чеснок кушать. Вот это вот. Ну, это так, профилактика. А если уж заболели, то чеснок, чеснок, чеснок. Вот я недавно смотрела в этом в интернете, там один ученый какой-то говорил, профессор, и он говорит, только заболеваете, сразу чеснок. Сразу чеснок кушайте. И это витамин С. И знаете, что вы ну, уже не заболеете, короче. А вот это вот, пожалуйста, сохраните. Вот. И рассказывайте своим там знакомым, друзьям там из семьи. Пусть тоже не выбрасывают и сохраняют. Очень хорошее средство. Все, дорогие мои, на этом буду прощаться. Всего самого доброго, всего самого хорошего. Будьте все здоровы. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите, как вы. Вот, какие у вас есть такие народные средства. Вот, мне тоже будет интересно прочитать. И если нужно, я тоже буду воспользоваться таким средством. И буду делиться со своими тут подружками, соседками. Вот, выхожу все время на улицу. И мы всегда вот рассказываем, кто что там знает, и узелок на память завязываем. Все, до свидания. Пока.